Один ютубер сказал то, что у меня плохой сет, и то, что здесь нету никакого сочетания. И поэтому я решил оценить друзей ютуберов, которые есть у меня здесь на аккаунте. Да-да, я буду также оценивать вас и также буду говорить то, что у них плохие сеты. Поэтому смотрим видос до конца, посмотрим, кто у меня вообще в друзьях. А вы обязательно нажимайте на лайк, давайте добьем 600 тысяч подписчиков. Поэтому если не подписаны, подпишитесь, будет мне очень приятно. И вместе со мной в комментариях давайте будем писать Декс Красава, у него нормальный сет, а у других нет вкуса, да. Так, давайте мы начнем. Заходим мы во вкладку «Друзья». И сейчас будем мы прям напалмом их фигачить, если честно. Потому что, да, мне обидно то, что мне сказали, что у меня сет фигня. Такое не прощается. Так, начнем с этого ютубера. Во-первых, я не знаю, кто это. Начнем с этого. Он в черноте, но я не знаю, кто это. Ладно, у него сет нормальный. Хорошо, мы ставим ему 9 из 10. Окей, хорошо. На нем не будем, значит. Дальше. Я не знаю, кто тут... Вот это кто? Я не знаю, кто это. Дальше давайте. Так. Сейчас мы... Вот они. Смотрите, сколько их. Сколько, да? Ну, кстати, не так много. Ну, нормально. Видосик, я думаю, выйдет. Это на 8 минут пойдет. Даваска. Любимый Даваска ютубер. Обожаю. Так. Посмотрим, что же у Даваски. Ой, а чесланцев-то нету. Я думал, Даваска не бегает у нас в этих-то. В тапочках таких, а? Ну ладно, сет сочетается, базару нет. Хотя нет, я скажу то, что это база, во-первых. Во-вторых, я скажу то, что нету сланц. Сразу минус балл, сразу же уходит. Так, что будет, до чего бы еще докопаться? Ну пока нет, до чего. Поставим 9 из 10. Ну, это базовый сет. Вот, как бы. Чисто из-за того, что у него кепка, то это имба. Окей, дальше идем. Нур ТТ. Это тиктокер, один лям. Вот, но я его даже не видел. Возможно, просто потому что тиктокер. Что же у него за наборчик? Ну, в принципе, обычный сет, да? Как бы ничего такого. Ничего такого. Вот вы смотрите, вот у меня сет. Я, конечно, не буду говорить, что он прям супер, один из топовых. Но это тоже нормально. Мне просто... Мне вот в кайф такой, честно. Это прикольно. Это очень топово выглядит. И все, как бы. Мне это нравится. Вообще, кстати, все эти оценки, все это фигня, если честно. Как бы, ходите в том, то, что вам нравится. Это самое главное. Как бы. Дальше. Какой-то монатик или мохнатик. Кто это мохнатик? Реально офигеть. Встретимся на Бермудах. Так, ну у него сет, если честно, такое себе. Мне не нравится, как он сочетает штаны и вот это вот как-то. Что-то мне вообще не зашло это. Оно все как-то сливается, реально, посмотрите. Даже пушку не видно вот так вот даже. Такое себе, если честно. Ну поставим семерку. Дальше у нас Руслан ФФ. Так, тоже очень много видео у меня тиктокеров в друзьях. А ютуберов почти нет. Вот сланцы, вот респект. Так, ну мы ему плюс балл сразу даем. Ну, сет у него обычный, базовый, если честно. Поставим ему 8. 8 поставим, да. Так, дальше. Кусочек. Кусочек чего? Чего кусочек-то? Надо дописывать, как бы. Так, у него, слушайте, очень такой странный набор, да? Вообще непонятный. Вот это точно надо переделывать, и вот я отвечаю. Вот тут надо переделывать, как бы, на. Да. Это жесть, конечно. Даже цени пока не будем, нафиг надо. Азиз. Тоже тиктокер, 2 ляма. Офигеть. Все тиктокеры. Ютуберов, видимо, только один был. Так, ну у него, кстати, вот такой вот наборчик. У него нос светится, кстати, да, смотрите. Так, у него вампачен обувь. Не, ну если честно, то сет выглядит довольно-таки необычно и прикольно. Так-то, да? Вот прошлый сет, конечно, был полный жесть, а здесь нормально. Здесь сочетается даже, смотрите, макака, она тоже пылает. И дракон здесь пылает. Нет, слушайте, ну это прикольно. Поставим ему 9. Вот, но я не понял, зачем тут эффект. Дальше у нас... Так, лайк.
Он, наверное, онлайн, да? Давайте мы тоже посмотрим, кто это. По-моему, это тоже ютубер был. О, кстати. Ну, мне понравилось, кстати, нормально. Прикольно выглядит. Он как-то сочетал, да? Смотрите, вот этот набор за магическую, который вышел. Да пойдет, что нет-то, ну. Нормально. Поставим девятку. Дальше, Данред. Сейчас посмотрим, что у него. Так, ну у него, кстати... Да. Наверное, с закрытыми глазами собрал сет, братан. Вот. Ну, хз, может, он так прикалывается. Или что? Ну, мог еще... Вот если бы добавил сюда сланцы, если бы добавил бы сюда бы ковбойскую шляпу из пропуска, я бы поставил ему двадцатку, если честно. Но так... Да мы не будем такое оценивать, в принципе. Ну, это какой-то... Он просто, наверное, видос сделал и закинулся, это все, как бы, я думаю, так. Дальше. Принцесса. Она Сия. Ничего себе. У нее ник принцесса. Офигеть. Так, женский скин у нее, конечно... Не, такая себе. Я знаю, многие женские скины у них довольно-таки получше. У нее вещей должно быть много, по-любому. Она Сия. У тебя вещей много, я знаю. Сделай сет, я знаю то, что у тебя вещей дофига. Вот, блин, я, конечно, не буду говорить то, что я такой офигенный, да, что я собираю офигенные сеты. Но вот у меня, посмотрите, я вот собирал женский скин. Сейчас покажу. Так, какой-то... О! Не, какой-то был у меня скин. Сейчас я вам это покажу. А, во! Ёпта, куда ты? Во! Вот это... Да ё-моё. Мока, что ли? Во! Да что такое? Это баг какой-то непонятный. Чё за хрень? Вот. Всё. Так. Во, красиво выглядит, да, согласитесь? Прикольно. Прикольно выглядит. Не знаю, ну, если ей нравится, то окей. Ходите. Как бы, опять же, говорю, то, что вы услышите, это мое мнение. Если вам нравится так ходить, если вам нравится в зеленых штанах ходить, да ходите, кто вам, блин, запрещает. Как бы я просто оцениваю по своему мнению, как это зашло, не зашло. Хаймер, конечно, ну мне не нравится вот эта прическа, не нравится, если честно. Как бы. Ну поставим ему, вот честно, на 7, как бы. И это из-за того, что базовый этот вот набор идет. А так вверх фигня, мне не нравится вообще. Но это возможно там... Типа он там сделал, как будто выделяться, чтобы типа среди всех. Что он бегает единственный в розовой прическе. В общем, дальше я не знаю, кто тут. Если честно. В принципе, на этом ютуберы закончились. Давайте ютуберы, отправляйте заявку ко мне, друзья. Или пишите комментарии. Я оценю ваш сет. Кого ютубер еще не оценил, давайте напишите. У меня одичников ваших нету, братаны. Нету одичников ваших. Вот, поэтому оценить вас не смог. А хотел бы, если честно. Я бы хотел посмотреть другие аккаунты ютуберов. Что у них там, да, вообще. Что они там делают. Как у них вообще сеты там. Туда-сюда, аккаунты. Но вот женский скин, ну, я нормально собрал. Да, возможно, мужской персонаж что-то как-то у меня не так идет. Но вот женские персонажи, отвечаю, вот я их собирать вообще прям изичи для меня это. Все, сюда. Так. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Это был такой видосик. Показал сеты друзей ютуберов, которые у меня тут есть на аккаунте. Вот так вот тоже, кстати, неплохо выглядит. Че нет-то, да? Прикольно. Все, всем спасибо. Обязательно заходите ко мне в гильдию, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео.